Приветствую на моем канале. Сегодня 8 июля. Я хочу сказать несколько слов, краткий обзор по такому сорту ежевики, как Natchez. Первые впечатления много лет тому назад у меня были не очень по этому сорту, так как, когда я начинал, у меня первые кусты очень сильно болели. Это касалось и Караки Блэк, и Natchez, ну и других сортов. Но когда я вошел в курс и нашел для себя обработку, фунгициды нужные для того, чтобы побеги замещения хорошо зимовали и не поражались антракнозом и усыханием тростей, вот, то сорт со временем как бы приобрел для меня очень интересный вид, так как действительно этот сорт чем уникален — своей очень крупной ягодой и ранним сроком созревания. Вот первый на моем участке созревает сорт Караки Блэк, уже не первую неделю идет сбор ягоды, уже неоднократно я выкладывал свои обзоры по этому сорту. Он, конечно, номер один по товарности, по вкусовым качествам и за счет своей ранней ягоды. Вот Natchez идет номер два по товарной ягоде и срокам созревания. Сорт урожайный. Вот взрослый куст, хочу показать, тут уже был сбор на нем, какая вот крупная очень ягода, ягода очень крупная и товарная, еще очень много зеленой ягоды, вот такой раскидистый куст, занимает мне, ну, где-то 2 метра, немножко он развалился у меня, ну, больше, да даже больше 2 метров занимает. Ягоды очень много, ягода товарная. Взвешивать я не буду, там есть уже многократно кто-то взвешивал. Вот на спичечный коробок вот так положу ее. Такая отдельные ягоды есть и более, и менее. Насчет вкуса, что хотелось бы сказать. Вкус у него оригинальный, не похожий на другие сорта. При полном созревании сладкий, с такой гармоничной горчинкой. Невозможно судить объективно, когда сам не попробуешь вкус ягоды. Поэтому по отзывам других блогеров, там каких-то отзывов, вот, невозможно передать те ощущения вкусовые. Поэтому самый лучший способ, если у вас есть возможность самому где-то поехать к кому-то и попробовать вкус данного сорта, ну или другого какого-либо. Потому что у каждого свои индивидуальные предпочтения вкусовые. И говорить, вот как этот сорт заслуживает внимания однозначно, а этот нет, ну, это не объективно. Потому что одному нравится ягода с пикантной кислинкой, кому-то с горчинкой, кому-то просто сладкий сорт нравится. Очень сугубо индивидуальный, вот так я скажу. Поэтому сорт заслуживает внимания за свой внешний вид и за свою урожайность. Чем еще хорош этот сорт? Он очень податливый на пригибы для укрытия. Вот, он не такой прямостоящий, как сорт Небеса, допустим. Тут вообще полностью прямостоящий, с ним очень тяжело. Как Джамбо сорт, как сорт Вон, как сорт, допустим, Астерина, у которых побеги вертикально растут, и всякие изгибы приводят к выравниванию побега, и он опять стремится вверх. Что касается сорта Natchez, то он более пластичный, хотя и с другой стороны он очень хрупкий. В этом году была проведена мною обработка перед цветением кальциевой селитрой, и скажу так, есть результат по ломкости латералов. Если в прошлые года ломкость была существенна, то в этом году, ну, единично, может быть, так, по крайней мере, я не замечаю. Я сейчас покажу однолетки, там здесь куст просто немножко он подразваленный, так получилось у меня как-то. Я сейчас покажу однолетки, где полностью прямостоящие побеги, там ситуация такая же. Нет подломанных латералов. Меня это радует, что
кальциевая селитра работает в этом отношении. Сейчас покажу однолеточки. Этот куст уже взрослый, мощный, ягоды достаточно, ягода крупная. На мой взгляд, при полном созревании вкусная, ну, а также заслуживает внимания как рыночный сорт, это в особой категории, потому что если вынести на рынок, допустим, разные сорта с разным вкусом, то приоритеты людей – это, конечно, крупноплодность. Возьмите, это не только касается ягоды, а также, допустим, персиков, яблок, груш и так далее. Люди склонны покупать более крупное. Поэтому на рынке этот сорт будет всегда в приоритете из-за своей ранней ягоды и из-за своего внешнего вида. Поэтому даже если люди не пробуют ягоду, и у них будет выбор, даже сорт там небеса, там сладкие такие сорта, небеса, там джамба, астерина, они, у них ягода помельче, но этот сорт будет все-таки в приоритете из-за своей крупноплодной ягоды. Сейчас покажу однолетки. Так, вот однолетки. Ягода здесь немножко поскромнее, конечно, но это однолетний прирост. Вот он уже плодоносит, я оставил. Хотя вот есть некоторые экземпляры вот такие. Очень даже крупная ягода. Латералы не ломаются. Вот, сейчас покажу. Вот такая вот уже на однолетнем тоненькая лоза. Вот, и такая уже на ней ягода. Еще вот кое-где цветение идет. Это однолеточки. Где-то лучше перезимовали, где-то хуже, но тем не менее, вот еще можно собирать на нем ягоды, сколько висит. Это сорт начо. Сейчас покажу ягоды уже в контейнере. Вот, это вторая вегетация, побеги вот пригнуты. Вот целый ряд здесь. Сорт пластичный в этом отношении, я уже говорил. Скоро уже корешки появятся на саженцах. Сейчас покажу ягодку. Здесь я собрал два контейнера. Один сорт начес, вот с правой стороны этот сорт. А этот сорт Карака Блэк. Это два лидера в для коммерческого использования. Пока лучше этих сортов нет. Но опять же, для себя, да, тоже очень хороши. Карака Блэк очень насыщенный, богатый аромат. Начес тоже, вот, если понюхать контейнер, источает такой изумительный аромат, не похожий, вот очень. Карака Блэк свой аромат фруктовый, а этот такой вот тоже необычный. Но скажу так, что это вот два сорта, которые заслуживают особого внимания из-за своей ранней ягоды. Ну и вкус мне нравится у начеза и у Караки Блэк. Он своеобразный с каждой ягоды, и поэтому хочется разнообразия. Вот, Карака Блэк при полном созревании тоже очень вкусный, сладкий сорт. Вот, начес тоже сладкий, но легкая горчинка, она придает особый какой-то такой ненавязчивый вкус, который все-таки приятен в каком-то отношении. Но опять же, это мое мнение, это нужно пробовать. Ягоды очень крупные. Сейчас покажу вот на спичном коробке. Вот такая вот начес ягода. Крупная. Такая Карака Блэк. Отдельные ягоды у Караки Блэк вот такие вот. Вот. Карака Блэк заслуживает особого внимания, конечно. Мне он очень нравится, этот сорт. Ну, а начес мне нравится по-своему. Поэтому рекомендую к посадке как тот, так и этот сорт. Карака Блэк откроет ваш сезон ежевичный, а начес продолжит его, пока не созреют остальные сорта. Так что начес, на мой взгляд, достойный сорт. Хотя присутствует легкая горчинка, но когда ягода созревает, появляется сахар, эта горчинка не навязчивая, а придает ему какое-то особое послевкусие, которое, я думаю, будет по душе многим любителям вкусной ягоды. Хороших вам урожаев, всего доброго!